Вот и закончился 9-й сезон реалити-шоу «Я топ-модель». Долгих 2 месяца наши участники шли к заветной цели – 6 фотосессий, репетиции, съемки и подготовка. И вот, наконец, сегодня мы объявим имя самой талантливой, упорной и целеустремленной. Той, кто сегодня станет обладательницей контракта с модельным агентством «Modus Vivendis». 13 ярких и амбициозных участников с самого начала боролись за главный приз, преодолевали испытания, плакали и смеялись, дружили и ненавидели, флиртовали, сплетничали и ругались. До конца этот нелегкий путь прошли не все. Лишь 5 девушек по итогам всех фотосессий вышли в финал. Наталья Рудольф, Анна Борисова, Валерия Карамнова, Маруся Васильева, Евдокия Мельникова. Давайте вспомним, как это было, и посмотрим, что же осталось за кадром. Пойдем к вот этой Вевиме. Мы идем к Вевиме. Я женщина холостая, свободная. Если что, это моя машина. Отойди. Я женщина свободная, холостая. Мы идем к Вевиме. А это моя машина. Вы знаете, что не работает. Да? Ага. Угу. То есть наши автомобили ей не интересен, я так все, понимаю. Я все, да? Рассказала. Все. Хорошо. Проезжайте, да, проезжайте. Не, ну чё, ну всё, отыграли, надо домой идти. Пошли. Максим! Это он меня подсунул. Сонь, тебе не грустно, что это у нас последняя фотосессия? Вообще ни разу. Она до этого, до камеры, просто рыдала. Говорит, Наташ, ну как я буду без вас? Да, всё понятно. Ладно, Анна, мы тебя, конечно же... Что происходит? Кстати, у нас 2 фотосессии в одной. Вот там в машине, да, фотограф пытается поймать Марусю, а здесь девочки время зря не теряют, да? Я юбку дала Лере, она вот, смотрите, моей юбки. Она сейчас ее замызгает, во-первых. Это ладно, то что, блин, у нее фотки потом будут круче из-за этого. А потом ты Макса одела, топик мне дала. Что, вообще, что мы за люди с тобой? Очень нас вкармливают. Большое спасибо Виталию из HVL, да, за шоколадки. Прям вообще. За наше сладкое будущее. Еда модели офигенно. Терпение это все. У нас была самая экстремальная съемка. Да, мы подводку записываем. Можно здесь не ходить? Самый начинается. Саня, что произошло? Расскажи. Ну я булочку съела, добрая самая. Опять булочку? Ну серьезно. Вот так русалка. А так чудовище. Чудовище. А так я из битвы экстрасенсов. Кто я, как вы думаете? Дикарка или женщина-викинг? Я хочу сам себе, чтобы меня поснимали, а не чтобы я кого-то снимал. Что это такое? Спасибо большое. Извините. То есть пока не бросай, как будто мягко, как будто просто хочу подбросить. Не помешало? Помешали, я старалась. Мы хотели развернуться, помнишь? Кто хотел? Ну, говори они... за себя. Не... Ее не хватило. Я не разворачиваюсь через 2 сплошных. Кто там чуть Литву не уехал? На самом деле, да, мы приехали на границу, но почему-то не получилось. Я вне конкуренции. Yeah.
Что обсуждаете? Девочек. Красивых девочек. А кто у нас красивые девочки? Аня, Наташа, Вика. Ну, там остальные тоже очень красивые девочки. Конечно, ты эту песню выбрала. А какую еще? Это она мне поет. А рядом со мной Тигр. Хотя бы им клубничку есть, напоминаю. Короче, там обрежешь. Несла. Сегодня? Села, блин. А я же сказала, не смогу сесть нормально. Работаем. Или ты зачем Аню снимаешь? Тут я сижу. Я с тобой разговариваю. Алло! И, естественно, продуктивно... Мы уже записываем? Да. Аня! Лёш, ну что такое-то? У меня кортизол вырабатывается. Добрый вечер. Минуточку, пожалуйста. Плиточку шоколада кушали, а вон уже пошел с Анькой фоткаться. Сегодня гостей и участников шоу принимает первый и единственный в мире дом янтарной моды, созданный Калининградским янтарным комбинатом. Во время съемок модели волновались и переживали, как же пройдет их звездный выход. У финалисток зашкаливали эмоции в ожидании заветной минуты – объявления победителя. Мне кажется, скоро это кончится. Я вот возьму победу и умру. Все. Я волнуюсь. Я за нее тоже волнуюсь. Лиля, ты волнуешься? Нет. Ты не боишься, не знаю, споткнуться? Ну, слушай, всякое бывает в жизни. Надеюсь, что устаю на ногах. Уже все готово. Наши гости собрались. Мы начинаем. Финал 9-го реалити-шоу «Я топ-модель Калининграда Первого городского». Аплодисменты! Основатель и фронт-вумен группы МЭД, победитель всероссийских и международных конкурсов, автор-исполнитель, талантливая эстрадно-джазовая певица Дарья создала праздничную и зажигательную атмосферу в зале. А вот и первый эффектный выход наших участников. Одежду для дефиле предоставил магазин «Malinia Life». «Malinia Life» – это авторская одежда и текстиль из натуральных тканей для взрослых и детей. Мягкий, приятный телу лен, универсальные модели и индивидуальный пошив. Одежда актуальная вне зависимости от веяний моды. Всем добрый день, это я говорю нашим телезрителям, а теперь я говорю вам самое главное, наши партнеры, друзья и все те, кто придерживал модели в течение долгих двух месяцев.
Пришло самое время познакомиться с людьми, которые оставались за кадром, но без которых бы не состоялось это шоу. Фотограф Сивак Костанян и Дмитрий Жариков. Молодые, горячие и талантливые. На самом деле для меня это был первый опыт участия в таком прекрасном проекте. Я добился прекрасными позитивными эмоциями, познакомился с множеством прекрасных людей, красивых моделей. Вот, я надеюсь, что в дальнейшем подобные какие-то истории будут чаще происходить в моей жизни. Вот, спасибо всем, кто меня пригласил. Некоторые были и в кадре. Ведущая шоу «Я топ-модель» 9 сезон Анастасия Гусева, победительница 7 сезона «Я топ-модель», которая поддерживала и ругала наших моделей на протяжении всего шоу. Огромнейшее спасибо, в первую очередь, Марии Петровне. Марии Петровне, это для меня колоссальный новый опыт. Я никогда в жизни не была ведущей учителем, была фотографом, моделью, финалисткой, все дела, но никогда не была ведущей. И для меня это опыт, он просто бесценен. Спасибо девочкам огромное, они, наверное, посмотрят потом, возможно, ставят этот. И хотела сказать их открытые сердца за то, что они реально слушали, питали, брали энергию и отдавали взамен. И все, что сегодня будет происходить, это для них большой праздник. Софья Голубева, менеджер международного модельного агентства Modus Vivendis, преподаватель дефиле. Человек, который на деле знаком со сценой и подиумом. Именно она занималась постановкой ярких и эффектных дефиле для финала. С некоторыми из вас мы попрощаемся и, возможно, больше не увидимся, но хочется надеяться об обратном. Это я сейчас говорю абсолютно всем, не только финалистам. И вы нереально классные, вы нереально крутые, вы показали такой большой скачок от самой первой фотосессии до самой последней. Вы помните этот накал страстей, когда был последний совет жюри, когда мы сидели, мы просто, у меня голова заболела, когда нужно было выбирать лучших. Но для меня вы все лучшие, вы все финалисты, вы все победители, и я хочу, чтобы вы о себе думали точно так же. Человек, который был и в кадре, и за кадром. Главный на съемочной площадке. Продюсер реалити-шоу Мария Шаркова. Мне сегодня немного грустно, потому что мы вышли на финальную прямую. И несмотря на то, что шоу заканчивается, хочется сказать, что шоу продолжается, потому что впереди юбилейный 10-й сезон, который мы тоже уже с нетерпением готовим и ждем. Добавить мистики и очарования нашему торжеству удалось коллективу X-Fire – световое шоу в Калининграде. Второй выход участников был роскошным и немного дерзким. Одежду для дефиле предоставил бутик женской одежды «По натуре». «По натуре» – естественный и непринужденный стиль. Здесь можно найти образы на любой случай, стильную одежду на каждый день и яркие запоминающиеся образы на праздничный вечер. Сюрпризом для гостей и партнеров стал выход на подиум в качестве моделей. Последнее дефиле наших героев перед объявлением победителя было незабываемым и произвело настоящий фурор. Thank you.
Все партнеры отметили старания, подготовку и работу участников и отблагодарили наших моделей подарками и сертификатами. Несмотря на то, что имя победительницы еще не объявлено, участники получили признание организаторов шоу и были отмечены почетными номинациями. Настало время объявить имя победительницы 9-го сезона реалити-шоу «Я топ-модель». Каждая из участниц до последнего надеется, что это будет ее имя. Сейчас, прямо сейчас, в этот момент, я готов объявить победительницу реалити-шоу «Я топ-модель», как надо, первым голосом, это Анна Борисова! Спасибо огромное всем. Это действительно для меня какой-то новый шаг куда-то, новый уровень, какой-то новый мир. Спасибо огромное, что вы стали свидетелями и помощниками этого. Спасибо. Лишь 5 баллов отделила Наталью от победы, но очаровательная блондинка не осталась незамеченной и была награждена специальным призом от официального дилера «Хавейл» в Калининграде. Приглашаем вас стать гостем номера журнала «Автодилер» «Весна 25». Несмотря на это, Наталья очень расстроилась из-за победы Анны, хотя старалась не подавать виду. И разговаривать с нами отказалась, покинув зал первее всех. Вы большие молодцы, что такой проект создали, что действительно дали возможность калининградским девушкам поблистать и словить ту минуту славы, это очень важно. Я действительно в восторге, вижу, что девчонки волновались, и я думаю, это, наверное, то направление, где они в дальнейшем себя покажут. И я думаю, каждая из них унесет с собой домой вот это то чувство, когда я красивая, я королева подиума. Это очень важно. Абсолютно заслуженная победа. Вот. Анна впечатлила, в принципе, меня уже и когда мы записывали кастинг. Сразу был виден актерский талант, и помноженный на какой-то внутренний креатив, это дало потрясающий результат. Анна на нашей фотосессии смогла, самое большее количество качественных кадров нам сделать с разными эмоциями, с разными позировками, мы очень довольны. Этот сезон впечатлил так, что у нас идеи выделить Наталью, да, мы сегодня вручили главный приз, это обложка журнала «Автодилер». И на самом деле качественных фотографий было столько, что вот буквально сейчас родилась еще идея, как раз участники все ушли, у нас еще есть несколько интересных идей, вот, в том числе выпустить корпоративный календарь с некоторыми фотографиями с этих двух фотосессий. Я же говорила, я топ-модель. Я не сомневалась в том, что победителем будет Аня. Да, есть девочки, есть мальчики, которым природа одарила, и они фотогеничны с первого кадра, с первой фотосессии. И видно, насколько симпатично, красиво лицо,
все. Но Аня, почему она мне запомнилась сразу? Потому что помимо того, что она фотогенична, артистична, она еще с большой ответственностью относилась к каждому своему заданию. Ну я сплю реально. Это нереально. Результаты финала очень неожиданны. Победительница заслуженно получила звание свое. Я, конечно, лично я ставил на другую, но я проспорил супругу. У меня была уверена в победителе, и она выиграла. За кулисами в этот момент творилось невероятное. Маруся собрала возле себя всех гостей и участников шоу. Что творит женщина? Марусь, ну не победила, ну ничего страшного. Зачем ты так радикально? Обновление. Теперь новое я. 24 года уже терплю эти решения. Я всегда рад. Рад новенькой, обновленной моей жене. Ну, я вообще ненавижу все жюри. Я считаю, что баллы распределены несправедливо. Вы это ожидали от меня услышать? Конечно, нет. Я рада. Я вообще рада за всех девочек. Все у нас прекрасные, милые, хорошие. А я только рада. Я ничуть не расстроилась. Успехов и Анечке, и остальным девчонкам. До встречи в следующем 10-м сезоне. Смотрите реалити-шоу «Я топ-модель». Только на Первом городском. Отдельную благодарность выражаем визажистам проекта, которые делали наших участниц еще более красивыми. Людмила Топчия, Александра Аншакова, Рена Мирзоева.